Когда Бог создавал мир, проект под названием «Земля» он доверил своим ведущим специалистам, которые каждый занимались своей территорией. Но был один, у которого не получалось придумать что-то оригинальное. И посмотрев другие проекты, он взял из них самое лучшее. Живые и мертвые реки, снежные горы, луга и поля, бескрайние просторы, пустыни, каньоны. И все это подал на утверждение Создатель. Бог улыбнулся и создал Монголию. А этого хитреца он облачил в человека и отправил заселять эту территорию.
Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Русский друг. Маяк. Кто же моряк? Моряк.